В канун Нового года в физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Дальний Воронок прошло открытое первенство Щелковской детско-юношеской спортивной школы по художественной гимнастике. На него, помимо девочек из самой спортшколы, съехались юные спортсменки из Балашихи, Фрязино, Реутова, Пушкина, Звездного городка и других соседних муниципальных образований, а также из Москвы и Вологды. Эти соревнования проходят два раза в год, весной и зимой. И по словам мастера спорта по художественной гимнастики тренера Щелковской школы Олимпийского резерва Екатерины Байбородиной, они очень уважаемы как среди участников, так и среди организаторов этого великолепного вида состязаний. По художественной гимнастике Щелково своего рода одна из центральных площадок в области. И сегодня участниц, как всегда, несколько сотен. Участников больше 200 гимнасток. Они выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Самым маленьким участницам, вот сегодня, как выяснилось, было 4 года. Самым старшим – это девочки, выступающие по программе «Кандидат в мастера спорта». Этим девочкам по 14-15 лет уже. У нас участвует в соревнованиях очень много судей по разным категориям, которые оценивают и трудность тела, артистизм, сбавки. И поэтому потом мы суммируем все оценки и выводим уже одну общую оценку. Художественная гимнастика не только престижный вид спорта, но и очень красивое зрелище. У девочек есть шансы стать настоящей звездой, обладающей званиями, имеющей награды и титулы. А пока они прекрасные феи на спортивной площадке. Но побеждать и надо, и хочется. Юные спортсменки добиваются результатов под руководством опытных тренеров и при поддержке родителей. Кира Коптева и Мария Уланова из Щелково занимаются художественной гимнастикой уже не первый год. Художественная гимнастика – это красивый вид спорта. Развивает дисциплину, в жизни очень помогает. Быть дисциплинированной, пунктуальной. Это вид танцев, вид спорта, даже искусство. В художественную гимнастику входит цирк, балет и акробатика. На праздничном предновогоднем открытом первенстве Щелковской детско-юношеской спортивной школы по художественной гимнастике награды вручались в 30 номинациях. Больше половины первых мест заняли юные спортсменки из Щелково. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.